Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Как же я люблю ходить в гости. Почему? Предлагают самое вкусное, самое лучшее. Шершуля, мы опаздываем. Лунтик, не скучай. Пойди, погуляй с друзьями. Ага, пока. Гость. Ну вот, теперь не погулять. Надо скорее домой. Вот бы ко мне кто-нибудь в гости пришел. Лунтик! Дядя Шнюк? Здорово! Ой, я тут, ой, в паутине запутался. Давайте я вам помогу. Теперь вы будете моим гостем. Меня никогда не приглашали. Я вас приглашаю. Бабули с дедулей нет, так что принимать вас буду я. Вот вам тапочки. Спасибо. А теперь пойдемте греться и сушиться. А паутину посушить можно? Конечно, вешайте и садитесь. А я пока поставлю чайник. Дядя Шнюк, я же забыл усадить вас на самое лучшее место. Прошу вас. Теперь вам удобно? Да, не очень. Ой, чайник вскипел. Осталось взять варенье. Ой, сколько тут баночек. Возьму эти. А вот и чай. Спасибо. Вылейте чай в блюдце и подуйте на него. А, хорошо. Ой, извини. Да ничего. Вот, кладите сахар, а я сейчас вернусь. Там есть печенье. Берите его и макайте в любое варенье. Ну, ладно. Будет очень вкусно. Вкусно? Это же горчица! Ой. Горю! Ой. Горю! Вот, запейте сладким чаем! Ой, какой соленый чай! Соленый? Кажется, я принес соль вместо сахара. Сейчас я за ним схожу. Не стоит, я уже пойду. Дождь наверняка закончился. Видите, дождь еще не кончился. Можете еще у меня погостить. Ладно. Кажется, что-то горит. Моя паутина! Вот мы и дома. Ой. А где мои любимые тапочки? Что тут произошло? Я пригласил дядю Шнюка. Я хотел принять его как настоящего гостя. Да, только гость из меня плохой получился. Простите. Нет, дядя Шнюк был замечательным гостем. Это я все не так делал. Да. Что ж, в таком случае вам обоим надо потренироваться. Погостите у нас еще немного. А ты, Лунтик, помоги мне принять нашего гостя. Ага. Так, все готово. Идите пить чай. Всему на свете надо учиться. Даже тому, как принимать гостей. Но все-таки гости — это здорово.